Вот такой вот коннектор пришел с Фастека. Незаменимая вещь для модов. У меня полетел на клапуре родной коннектор. Вот. Отремонтировать пришлось именно вот таким образом. Он подпружиненный. Резьба не стачивается, в отличие от родного коннектора. Здесь все очень легко. Припаивается контакт, удаляется старый коннектор и ставится вот такой вот симпатичный. Здесь проточки под нижний обдув, это видно. В общем-то, неплохая вещь, удобная, заказывайте.